Вы смотрите отзыв об отеле на Тара Парк. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником «Стальная», который был в нем в 2014 году. Отдыхали в прошлом году, но так как по отелю здесь нет ни одного отзыва, добавлю. Может пригодиться. Замечательный отель на Тара Парк расположен в тихом приморском поселке Комаруга на Коста-да-Раде, в 60 километрах от Барселоны. От аэропорта ехать максимум час. Нас довезли за 45 минут, высадили вторыми. Сами шли в отель в горку, на ресепшн сказали, что номер будет готов в 13 часов ровно, мы приехали в 10 часов ровно, оставили вещи на хранение, переоделись и пошли на море. Пришли в 12 часов 30 минут, Оля на ресепшн сказала, что наш номер готов, бронировали сивью. До начала поездки списалась с ательерами с просьбой поселить повыше, учли. Дали чудесный номер на 5 этаже, 532, с панорамным видом на море и город. Номер по испанским меркам большой, огромный балкон, со столиком и стульями, сушилок да, белья нет, мы всегда возим веревку и прищепки. Горничная, молодая девчонка, убиралась прекрасно, полотенце меняла ежедневно, постельное белье через день. Мы даже удивлялись, гель, шампунь, мыло в дозаторах пополняли. Холодильник бесплатный работал хорошо, за сейф возвратный депозит 10 евро, кондиционер также работал без нареканий, телевизор, маленькая плазма, два русских канала. Да, в день рождения моего мужа обнаружили на кровати накрученного из полотенец слона и поздравительную открытку. В ней, кроме поздравления, нам предлагали в баре получить бесплатную бутылочку кавы, шампанского. Я подошла к бармену, и он организовал нам каву, бокалы и ведерко со льдом в номер. Спасибо. Были приятно удивлены. Сотрудники ресепшн отзывчивы и дружелюбны, официанты расторопны. Привет официантке Светлане, очень хорошая девушка. Отельный гид Коралл, Санмар. Также Светлана абсолютно не нагружала нас лишней инфой, поняв, что экскурсии мы у нее покупать не будем, так как любим все и сами. Рассказала нам много нужного и интересного по инфраструктуре поселка. А потом просто говорили за жизнь, пожалуй, она единственная находилась в отеле ежедневно и ориентировала туристов по всем возникающим вопросам. Прям дифирамб получился, но что есть, то есть, человек на своем месте. В отличие от 99,9% других отельных гидов всех отелей, посещенных нами. Питание. Вкусно, в пик сезона всегда находили себе место в ресторане, напитки за обедом, ужином платные. Вода от 1,2 евро за 0,5 бутылку. Вино от 4 евро. Благодаря отсутствию халявного all-inclusive не видели ни одного немца, англичанина вообще. Пустячок, а приятно. Контингент отеля испанцы более 70%, французы русскоязычные. До пляжа идти 3-5 минут. Море чистейшее, почти всегда были волны, довольно долго мелко. Пляж огромный, широкий. С чистым песком, есть урны, при выходе душевые стойки для тела и ног отдельно. Также есть туалет при выходе с пляжа, где источник. Недалеко от отеля пляж разделен небольшим морским портом с частными яхтами. Они очень редко заходят-выходят, так что никаких минусов от них нет. Есть гигантский плюс, порт как волнорез разделяет волны. Поэтому в зависимости от направления ветра, мы ходили либо справа от порта, либо слева, и находили местечко с менее агрессивными волнами. Также в Комаруге есть чудесный термальный палеонтологический источник. Открытый более 100 лет назад, со всей Испании приезжают люди, страдающие болезнью суставов, сосудов или проспект, в поселке построен специализированный отель, постояльцы которого могут пользоваться этой водой прямо у себя в номере. Мы ходили туда два раза в день и всей семьей бродили по целебной водичке. Даже сын говорил, что ему очень нравится, в источнике плавают чудесные рыбки. В Комаруге есть несколько развлечений для детей, два небольших парка с детскими аттракционами, один в центре, другой напротив отеля Гранд Европа, детский парк приключений Венчо Парк, с замечательными лазилками, цена вопроса от 10 до 22 евро. Наш сын прошел средний уровень сложности, остался очень доволен. В поселке есть храм, но мы так и не застали его работающим. Также загляните в музей Паало Казальса, виолончелиста, известного на весь мир. По шопингу, его в Комаруге нет. Есть аптека с очень компетентными провизорами и недорогими ценами, есть один магазинчик обуви, а также продовольственные магазины. Алиментария в центре, сумочек подальше. Ассортимент неплохой, также есть неплохой магазинчик косметики рядом с прудом с рыбками, и три китайских магазина со всяко разно. Ну и сувенирные лавки на пляже. Есть большие супермаркеты Маркадона, Капраба Лиду примерно в 1,5 километра от центра, в сторону Эльвиндериля, идти от отеля примерно 25 минут. По субботам работает еженедельный рынок. Ассортимент никакой, понравились вкуснейшие чурос, за ними даже очередь стоит. Есть туристическое бюро рядом с аптекой, русскоязычный персонал, отличные цены на экскурсии. На 30-50% ниже, чем у отельных гидов. Если хотите пошопиться, не выезжая в Барселону, Ла-Року и прочее, есть вариант поехать на туристическом паровозике в соседний городок Калафель.
Цена 1,8 евро в один конец на человека. Расписание висит на остановке в центре, там есть несколько улиц с неплохими шмоточными магазинами, есть и сетевые, а также отличный большущий супермаркет Маркадона. Ассортимент намного интереснее, чем в Комаруге. Мы там перед отъездом закупились, а потом сели в паровозик и домой. Советую посетить Тарагону, она в третьих остановках электрички, ехать всего 25 минут. Городок чудесный, старинный. Очень красивый, можно походить по музеям, зайти в кафедральный собор, погулять, искупаться, также там много хороших магазинов. Шопинг есть. Резюме по отелю. Для семейного отдыха. Немолодежный, спокойный. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.